50 лет прибыли в сорокинское хозяйство предпринимателя Оксаны Мычко. И теперь здесь поднимают 150 малышей. Завезены животные по программе крупного регионального агрохолдинга. Суть в том, что это предприятие передает в небольшое хозяйство месячных телят. Там их выращивают до полутора лет. Каждый должен весить не менее 370 килограммов. Затем холдинг взрослых животных выкупает у предпринимателя. А пока телята маленькие, их обязательно поят молоком. Полностью июль не сдавали, вообще не сдаем молоко, и сейчас вот полностью август еще, потому что, ну, уже часть отбили здесь самых, которых первых вот завозили больших, их отбили. И то есть это уже в другой табун перегнали к телятам, там они уже не чистое молоко получают, а уже там корма другие, они получают, они уже пасутся.